Вітаю в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречанин. Сьогодні ми будемо говорити про надактуальну тему на цей час. Це зовсім не вибори, це початок опалювального сезону в Україні, особливо в нашому місті, те, що хвилює кожного одесита, кожного мешканця нашого регіону. У нас в студії Олександр Іваницький, депутат Одеської міської ради. Вітаю вас. Добрий день. Скажіть, перше дуже просте питання. Чи готова Одеса до опалювального сезону? Які зараз підготовчі роботи ведуться? Ну, могу заверить в том, что все котельные, 147 котельных из 149 находящихся в обслуживании теплоснабжения города Одессы находятся в полной готовности. Две котельные сейчас завершаются регламентные ремонтные работы, и в срок до, так скажем, календарного, официально календарного начала отопительного сезона, до 15 октября, они тоже будут в строю. Гидравлические испытания, последний этап гидравлических испытаний также завершен по сетям. Выявленные порывы и выявленные проблемы устранены в 95%. То есть в данном, как говорится, аспекте переживать нам не стоит. Тобто можемо чітко сказати, що тепло в оселях буде відразу, як наступить певний температурний режим. Так? Уверен в этом, то, что и технически, и финансово мы готовы к началу отопительного сезона. Будем надеяться на то, что погода нас порадует, как в принципе и в прошлом году. И это, в общем-то, обоюдные интересы не только нашего коммунального предприятия и города для того, чтобы отсрочить начало отопительного сезона по возможности температурных режимов, но и, конечно, для каждого одессита это возможность не платить в полную мощь, так, в полную нагрузку для семейного бюджета в этот период времени. Будем надеяться, что осень, полноценная осень, наверное, начало заморозков начнутся где-то в ноябре месяце. А що, до речі, з тарифами? Чи будуть тарифи змінюватися протягом цього опалювального сезону? Ну, тарифи будуть однозначно мінятися в зависимості від стоїмості газу, тому що сьогодні введена плаваюча формула определення стоїмості, так скажем, компонентов для теплоносителя. И учитывая то, что составляющая газа находится в тарифе, составляет порядка 75%, то, в общем-то, основной компонент, который тянет за собой поднятие либо понижение цены, это является цена на газ. Вроде конъюнктура рынка сегодня складывается таким образом, что цена на газ не растет. Будем надеяться на то, что наша, так скажем, главная государственная компания НАК «Нафтогаз Украины» постарается удержать среднеизвешенный тариф по газу для всех теплокоммунэнерго на уровне прошлого года. А если посмотреть на прогнозные тлопы... Конца прошлого года. Чи є певне прогнозне тло для того, щоб ну, визначити певні тенденції, чи не просто сподівання, чи все-таки буде зростати, чи не буде, і там, ну, хоча б більш-менш набагато, якщо буде, чи ні? Ну, обычно всегда пиковые цены на газ появляются в январе месяце, январь-февраль месяц. Насколько мне известно, сегодня газовые хранилища Украины наполнены на максимальную мощность в полном объеме. Тот тариф, та сумма, за которую покупался газ, это были, в общем-то, фьючерсные поставки, которые закупались летом. Очень надеюсь, что правительство, НАК и НКРЕКУ некоторым образом эту цену удержат и позволят сегодня всем украинцам платить меньше за тепло. Не только за тепло, но и за газ, который поступает в качестве на плиты, на, в общем-то, формирование своего теплоносителя, да, то есть на котельное оборудование, на АГВ. И рывка, скачка, я очень надеюсь, не произойдет. Наскільки я пам'ятаю, от в минулі роки нам подавали тепло, коли протягом трьох діб поспіль середньодобова температура сягала нижче 10 градусів за Цельсієм, плюс 10. 8 градусів. 8, так? Середньосуточна температура 8 градусів. Чи змінилося? Змінилося зараз. Зараз середньосуточна температура новим постановленням Кабінету міністрів повинна не бути ніж 10 градусів Цельсія. Ага, тобто підняли певним чином. Так, да. Чи буде коливатися ціна для різних регіонів? Цена для різних регіонів України дійсно буде колебатися в стоїмості доставки газу.
доставки газа. И, как ни удивительно, цена для западных областей Украины, я имею в виду Закарпатскую область, я имею в виду Черновицкую область, она традиционно выше, чем для потребителей центральной Украины и восточной части, юго-восточной части Украины. Ну, тобто в нас ще не найгірша ситуація. У нас не самая худшая ситуация, повірте. Угу. Повертаючись безпосередньо до Одеси, що було зроблено за цей рік з точки зору, от ви трохи вже почали цю тему, ремонту комунікацій, так що, ну от власне, для, з точки зору енергозбереження, що, ну, адже це теж економія для одеситів. Непосередні деталі, то, що стосується ремонту котельного обладнання, то, що стосується заміни автоматичних систем, автоматики на котельних, они, в общем-то, проводятся в плановых, в плановом режиме. Говорить о том, что непосредственно на котельных мы говорим о том, что можно произвести какую-то комплексную модернизацию, которая бы позволила существенно изменить, так скажем, производную на котельной, говорить не приходится на сегодняшний момент, потому что для модернизации котельных требуются огромные средства для того, чтобы приблизно, привести... Приблизно про какие обсяги коштів идем? Я не могу сегодня говорить об этом. Сейчас ведется анализ, ведется ревизия для того, чтобы в следующем году можно было действительно каких-то пару базовых таких серьезных районных котельных провести комплексную модернизацию для получения эффективного результата. Ну, принаймні, сотни миллионов, миллиарды гривен, десятки миллиардов. Я думаю, сотни миллионов гривен, миллионов гривен. И, но важно отметить то, что на протяжении последних 5 лет город ведет плановую комплексную работу по замене основных магистральных трубопроводов теплосетей, что на сегодняшний день составляет на данный момент уже порядка 12 километров в однотрубном исчислении сегодня помененных труб на новые современные, которые имеют 20-летнюю гарантию и срок эксплуатации 50-летний. Это предизолированные трубы, которые сегодня позволят нам, уже на данный момент экономический эффект от этих работ мы видим, и это все, в общем-то, накладывается на экономическую составляющую нашего коммунального предприятия теплоснабжения. Сегодня я очень надеюсь на то, что по истечении 3-4 лет, которые активно прошли в активной модернизации наших тепловых сетей, я уверен, что эффект от этой модернизации составляет сегодня уже порядка 20-30% плюс от тех потерь, которые мы несли все эти годы. И не только годы ближайших 5 лет, а это потери, которые город нес в течение последних 20-30 лет. Это те трубы, которые сегодня достаются из, так скажем, траншей, да, которые сегодня нельзя назвать вообще трубами как таковыми, только учитывая то, что теплоноситель шел, будем так говорить, сформировавшейся емкости за счет того, что сформировался земельный объем вокруг них. То есть практически можно говорить о том, что основные магистрали работали на 70% потерь. То есть мы подтапливали город и отапливали окружающую среду. Яка у нас ситуація з нашим проблемним КП, теплопостачання міста Одеси, про яке ви вже згадали? Я знаю, що там ніби вдалося трошки стабілізувати ситуацію фінансово, так? Чи які зараз борги, чи буде ще додаткові дотації із бюджету? Ну, то, що сьогодні проводить город в части стабілізування роботи підприємства, це, в общем-то, проводять всі підприємства теплокомуненерго в будь-якому місті України. Но мы сегодня должны говорить о том, что системно государство сегодня не занимается теплоэнергетикой. Сегодня мы не можем сказать о том, что государство действительно сделало серьезный шаг вперед и не сделало шага 2 назад. В том, чтобы сегодня в первую очередь, кроме реструктуризации долгов, которую на сегодняшний день мы провели, благодаря государству, к сожалению, за те годы, за те десятилетия, которые теплогенерирующая сфера коммунального хозяйства была и заводилась в убыточность, заводилась, вгонялась в долги. И, наверное, серьезных шагов в этом плане сегодня не проведено. Сегодня не проведено, потому что сегодня утвержденные тарифы НКРЕКУ в полной мере защищают поставщика, будем так говорить, составляющих, да, то есть там мы говорим сегодня за газ, за электричество, за воду. Это, так скажем, монополии, которые сегодня, к сожалению, находятся в руках не государства, а в руках частных компаний. И если говорить в целом про систему теплоснабжения любого города Украины, то что сегодня есть теплоснабжение города Одесса? Это котел, в котором сегодня варится то, что городу не принадлежит. То есть город — это котел, который должен сварить и раздать одесситам непосредственно в каждый дом.
И, к сожалению, то, что поступает в этот котел на сегодняшний момент, регламентируется государственными актами, а вот то, что выходит с этого котла, непосредственно поступает в дома одесситов, сегодня многие вопросы сегодня государством не согласованы и не дают возможности теплоснабжениям город, не только города Одессы, выйти как минимум на безубыточность. Мы сегодня можем говорить о том же тарифе на постачание газа, который сегодня не учтен в тарифе, не утвержден тарифом НКРЕКУ для теплоснабжения города Одессы. То есть в составляющей транспортировки для Одессы газ этот тариф утвержден в НКРЕКУ, и он выставляется на КП теплоснабжения города Одессы, а теплоснабжение города Одессы НКРЕКУ в тарифе не утвердило такое понятие, как доставка, транспортировка газа. А почему так відбувається? Ну, вы же коммуникуете, напевно, на рівні... Коммуникуют наши работники исполнительных органов власти, руководитель коммунального предприятия теплоснабжения, но поверьте, что двери не так просто открываются в кабинетах в Киеве. Но они якось хоч пояснили, они гораздо проще открываются для монополистов. Еще раз говорю, вот там все защищено. Здесь на самом деле все надеются на то, что когда придет отопительный сезон, мы, как всегда, постучимся в двери Нафтогаза, мы всегда постучимся в кабинеты Обленерго и заложим деньги для того, чтобы покрыть эти несуществующие, как говорится, неподтвержденные тарифы, неподтвержденные ставки, и все равно заплатим деньги для того, чтобы отопить дома одесситов. Ну, простіше кажучи, буде наступного року будемо говорити, все так, те ж саме, да, буде за рахунок міського бюджету. Єдине, що, опять же, вот, понятно і логічно в будь-якій ситуації, це те, що введено сьогодні так називаємо поняття плаваючого тарифу. Да? Тобто, що в зависимості від ринкової ціни на газ, ми можемо сьогодні, відповідно, по місяцю, по наступному місяцю коректувати ціни і, відповідно, видавати нові ставки в кожній дому одесситів. Яка ситуація? Надіюсь, в іншу сторону. Яка ситуація з Одеською ТЕЦ? Теж дуже проблемне питання. От багато років, там як починається тільки опалювальний сезон, все, от частина там Шкодова гора, частина центру міста, відразу проблеми. К сожалению, наскільки мені відомо, всі теплоелектроцентрали України, які знаходяться в собственності НАК «Нафтогаза України», вернее, в собственности Фонда госимущества Украины. Сегодня готовится постановление о передаче их и возврате обратно на НАК «Нафтогаз Украины». Также муссируется вопрос о том, чтобы эти предприятия вынести на приватизационный список. Это негативные последствия, я считаю, будут для любого органа местного самоуправления, учитывая особенно, если мы будем говорить за инфраструктуру нашего города. Мы не раз обращались на кабинет министров, мы не раз обращались на Верховную Раду и на президента, и на главу фонда госимущества для того, чтобы город Одессу, так скажем, эта генерация была передана городу Одессе на безоплатной основе. То есть, будем мы так говорить, приватизирована была городом Одессы. Насколько это стратегически важный объект для нашего города, сложно переоценить, учитывая то, что помимо теплоносителя, Одесская ТЭЦ обеспечивает электроэнергией на 60% Одесский морской торговый порт через систему Обленерго. Поэтому, как мы будем говорить и о чем мы будем говорить сегодня о стратегически важном предприятии в нашем городе, которое может, не дай бог, попасть в частные руки, конечно, последствия могут быть неоднозначны. А чому, як пояснює фонд держмайна, що він не хоче передавати місту? Ну, смотрите, у фонду госимущества є план. Фонд госимущества должен ефективно, з їх точки зрения, розпоряджатися государственной собственностью, государственным имуществом. Эффективное распоряжение в данном случае является либо продажа данного объекта, который принесет доход, плановые показатели фонда государственного имущества, либо оперативное управление государственными, так скажем, менеджментом, который будет опять же приносить доход в пользу государства. Говорить о том, что наша ТЭЦ, Одесская ТЭЦ сегодня приносит какой бы то ни было доход государству, не приходится. Не приходится, даже вне зависимости от того, что сегодня тарифы на теплогенерацию Одесской ТЭЦ вроде бы более-менее соответствуют экономически обоснованным. Но сегодня для того, чтобы провести комплексную модернизацию Одесской ТЭЦ, мы сегодня тоже можем с вами говорить о том, что требуются миллионы, десятки, сотни миллионов гривен для того, чтобы привести ее к нормальному состоянию. Сегодня мы можем говорить о котлах, которые там работают, котлы 52-48 года выпусков, еще немецкие котлы, Круповская сталь. Понимаете? И если говорить о том, что какой запас прочности у этих котлов и у этого оборудования в целом, то, наверное, это можно кого-то повеселить.
Вот, так скажем, с Божьей помощью каждый раз Одесская ТЭЦ запускается в отопительный сезон. А это порядка 250 тысяч одесситов, которые и предприятия центра города, промышленные зоны нашего города, Пересыпи, Одесский морской торговый порт, о котором я вам говорил, которые, в общем-то, находятся вот в таком подвешенном состоянии, полной зависимости от того, запустится или не запустится это государственное предприятие. Олександре, я вам дякую, що ви прийшли до нас за змістовну і змістовну і дуже інформаційну розмову, інформативну. Дякую. Спасибо. Я нагадаю, що у нас в гостях був Олександр Іваницький, депутат Одеської міської ради. Говорили про початок опалювального сезону. Студію провів Костянтин Гречаний. Залишайтеся з нами.